этот товар 105% не будем. Мы купим тупо картошку. Тупо картошку, отвезем ее в город и поедем в следующий город за нашими же паками. Точнее, за нашим одним паком, который у нас есть. Вот. Так, все, да, Харт, можешь продолжать. Харт, тут? Что именно продолжать? А, ну, я думал, ты прервал. Так, ладно, ребят, давайте я прочту все ваши комментарии. Что там написали? А вы написали много. Так, деньги-то нужны насчет по... Так, сейчас. Сейчас. А, поедем так. Что нам? Что нам стоит дом построить? Так. Им бы класс это гигант, только им еще сходить нужно. Ну да. Гигант мазан у них. Так, окей. Они разобраться. Алхимия работает, чисто варится или что, из трафа ТП. Про алхимию Хардвинг у нас напишет, наверное, гайд, да? Или, ну, или может... Ну, это не скоро будет, крайне это скоро, если честно. Ну, алхимией, возможно, я буду в скором времени заниматься и попробую что-нибудь придумать. Гайд я писать не буду, я не умею, это у нас делает Хардвинг. Я попробую ему собрать информацию, чтобы он сделал, если вы очень сильно его попросите. Но приоритеты пока не стоят, но будет. Так. Ибо это корейца вотчина с хорошей пингой. Так, да, корейцы, окей, хорошо, это понятно. У гиганта не сработал скилл, он труп. Харт, это так? Ну, попробуй снести, там, считай, 3000 хп на 50 уровне, если хорошо одетый гигант. А если еще под бафами, там, где ему 3,5 с лишним. То есть это, скажем так, достаточно проблематично. Именно. У сорки тоже адовая ульта. 3000, скорее всего, многовато. 2500 где-то точно будет гиганта, как минимум. Ну, ребят, вообще у всех классов ульты очень даже вкусные. Например. Например. Так, сейчас давайте быстренько прочитаю ваши комментарии. О, ребят, вопрос появился. Расскажите, скилл работает или нет? У меня 35 левел плюс и на 5 скилле не работает. А еще дали скилл на Z, на X. А, на V. Скилл не работает. А еще дали скиллы на Z, на X. Насчет тучки на V, она не работает у нас, для нас из-за пинга, мы не можем ей пользоваться. Насчет скилла на Z. Z он работает, когда у тебя кристалл около хп набирает, достигает 100%, ты бафаешь себя на минуту в зависимости от твоего класса. Я как гигант бафаю себя на плюс атаку, Макс как варп, воин бафает себя на плюс деф. Напомните, попозже покажу. Скилл на X, это у нас идет... Скилл, который, скорее всего, делает формацию. Как раз вот синенький у Макса на панельке находится. Крайний, по-моему, семерочка. Да-да-да. Это и скилл на X. Честно, я не знаю, как он используется, какие формации применяются. Для меня это загадка. Я знаю, помню, по-моему, точно, что формация происходит от трех человек. Поэтому на данный момент мы проверить этого не можем. Присоединяйтесь, заходите. Вот, пожалуйста, проверим. Так, покупаю вино. И что-нибудь еще. Еще два чего-нибудь. Два либо индюшек, либо... Нет, вот даже лучше два красных вот этих вот мешочка. Покупаю. Веса у меня хватает. Да, отлично. Загружаю. И сейчас, ребята, все остальные комментарии тоже прочтем. На все вопросы ответим. Там подписываться не забывайте. Там всякие. Везде, кстати, бля, Макс, а вот ты не скинул картинку насчет этих мечей. Квеста с мечами, которые ты спрашивал. Угу. Обломки? Видимо, что-то дают, да. Они соединяются в одно единое что-то. Я понимаю, а как они соединяются? Вот, видимо, как-то тут соединяются. Тут. Я ж пробовал, помнишь тогда? А, слушай! Надо их выставить таким крестом, типа. Наковальня. Наковальня. Нет, он скинул гайд. Тут целый гайд на корейском языке, на том сайте, на котором я смотрел обычно квесты. Тут целый гайд по этому поводу. И тут как-то он соединяется, объединяется в какой-то кинжал. Окей. Для какого-то 40 уровня, видимо, дает квест или что-то типа того. Окей, я сохраню себе, сейчас открою и посмотрю. Тяжко, ребят, что используя желтую критку, нужен 5 уровень подмастерья. То есть 50, а чего не знаю, сбора или крафта. Ну, да. Да. Так. Ну, с кем? Никс получается примерно 40-50 направления. А, ну это ты отвечал. Так, окей. Блин, как разобраться в игре, столько возможностей я хочу. Ну, смотрите, разбираться на самом деле несложно. Действительно, ну, то есть, нет, как несложно? Сложно, но... Да, время затратно. Время затратно, да.
То есть, например, у меня какой подход? Я тыкаю во все подряд, все, что можно, и мне вообще без разницы, никаких гайдов, ничего. Ну, я корейский знаю, вы же знаете прекрасно. А потом хард, Да, хард, который все аккуратненько там изучает, переводит вручную, вообще молодец, и ему большое спасибо. И пишет то, что гайды, спасибо, я сам их читаю, ни хрена не запоминаю, все равно читаю. Слишком часто про это говоришь. Ну, что поделать. Тем не менее, заходите на сайтик, сами поймете. Молодцы, парни, все объясняйте, не то, что другие обсуждают войну, Украину. Ну, ребят, да. Все-таки... Конечно, можем, но... Не, мы можем, но... И стрим-то не про это. Стрим-то не про это. Как-нибудь сделаем про... Про сталкера. В сталкера будем играть. Там пообсуждаем. Вот. Возможности вагон. Именно. Сейчас просто же конкретно какую-то тему обсуждаем, именно торговлю и все, что с этим связано. Именно. Поэтому смысл на свободу тему разговаривать. Именно. А еще, так как накопилось много всякой информации, хочется ее всю рассказать, посмотреть, обсудить. Может, вы что-то подскажете? Вот. 41 левел, а все еще зеленой территории. Что за фигня? Так, ребят, ну название стрима. Название стрима. Торгуем. Именно. Я все это время торговлей не занимался. Мы идем черепашьими шагами постепенно. Ладно, черепашьими. Мы с тобой только после 40 уровня перевалили в третью локацию. Ты сам понимаешь, а люди переходили туда на 32-35 уровне. Мы с тобой настолько юны в этом плане, что крайне мы еще всех возможностей даже не знаем. Ну, тут согласен. То смотрите, есть... еще сейчас, извини, еще один какой момент, да. Если до этого все время, вот где-то до 25 уровня, все это время играл на стриме непосредственно играл, там как бы не покачаешься, там не посмотришь, там все хочется показать, сам посмотреть и так далее. Ну вот. Потом новогодние праздники, много работы, туда-сюда, ну, не до игры, не до стрима. Вот. А сейчас я буквально вот приехал, вернулся с отдыха, так сказать, и за день, вот вчера день получается, и ночь. День и ночь, правильно, Харт, да? С какого там? С 30 до 41, за полтора дня, считай, игры. Ну, не напрягаясь, я также выполнял все квесты, просто без стрима, специально, чтобы показать более всякие разные интересные. Так что, ну... На стриме сложно прокачаться, поэтому не переживайте. Ну, я просто бегал, копался, пытался что-то найти, что-то разобраться. Поэтому не торопясь что-то делал. Вообще, вон, чатик читаю, стою в городе. Ну, да. Так, возле первого города есть башня, где 49 уровня мобы. Это он, да, наверное... Там есть крепость, чуть повыше на массу. Там находятся мобы. Вот про это говорит. Короче, да. У меня был какой-то квест непонятный. Точнее, не квест, а лошадка, когда я пытался приручить лошадку. Я смотрю, тут какой-то герб, лошадка нарисована. Думаю, ну, наверное, там лошади, логично. Здесь везде вода, не пройти. Думаю, ну, наверное, вот так вот можно пройти. Нафиг там был, пришел я сюда, наваляли мне здесь. По самое не хочу. Ой-ой-ой. А я тоже начал бегать, исследовать, забегая туда, мне еще ничего не прогрузил. Ну, компьютер же у меня слабый. Угу. Все графика маленькая, все долго прогружается. Еще когда что-нибудь включен, типа скайп и всего остального, мне пишут, он типа, поберегись, друг, поберегись, памяти не хватает, все дела. Ну, короче, забегает туда, там какие-то, знаешь, там мелькают спецэффекты какие-то. И тут, короче, прогружается. Вокруг места отгрызается два пака этих синих фиолетовых мобов для меня. Я стою так, значит, и смотрю в печальные... печальными глазами разворачиваюсь, начинаю убегать. Бежал. Во-во-во. Так что вот так. Слушай, можно даже поторговаться. Тут они по 200 стоят. Попробую поторговаться разочек. Так, крикну. По поводу БТ у нас, ну, как сказать, точной инфы никогда никакой не было. И навряд ли кто это даст. Пока не релизнется игра на Корее, точных дат никто не даст, потому что она так и будет выходить обновлениями, ну, обновления так и будут выходить, и полностью клиент до России не дойдет. GameNet, когда давно еще, по-моему, в ноябре месяце, когда они только все это мутки раскрывали, все эти дела свои, они говорили, что у них в планах именно релизнуться где-то в мае. То есть, если серьезное будет опоздание, то, скорее всего, мы увидим игру только уже... Наверное, либо в середине лета, либо под конец лета. Ну, скорее всего, под конец лета, ибо маркетинговый ход будет правильнее будет именно под конец лета выпускать игру. Но, думаю, будем ждать в мае. Будем надеяться, что они все успеют и релизнится игра, когда мы хотим.
Именно так. А тем временем я сейчас хотел закупить 6 товаров обратно повезти, но я вспомнил, что у меня один готовый лежит на складе. Поэтому я сейчас закуплю 5 товаров. Почему не 4 а таких? Ты мастер потому, игры, тяжелее. Кстати. Что я? Да, я на стриме бил, когда сейчас там выиграл игру. Да. Мини-игрушку на продажу. Да это на стриме мне реально повезло. Я же тебе говорил, до этого я 3 банки на очки работы потратил, и хрен бы там. Вот, очень хотелось выиграть, но не получалось. Так, ребят, последний вопрос, когда... А, ну это... Так. Апрель... А, кстати, пока такая немножко инсайдная информация. Не знаю, можно ее раскрыть? Нет, нельзя. Наверное, не стоит. Какую? Ну, про Москва, там, туда-сюда, поездка. Еще же не точно все это. Ну ладно, тогда нельзя. Хардвин сказал нельзя. Вот. Видите. Вот так вот. Если же будет, что и ясно, что кто-то из нас там будет, то можно будет. Ну да, ладно. Короче, будет скоро интересно про Black Desert. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. На ВКонтакте, там на сайте регистрируйтесь. Короче, где вам удобнее, там и делайте. Вот. Такс, а вот мой товар, который я погружу в тележку. Да, я погрузил его в тележку. Вот так вот просто перетащил и погрузил. И поеду сейчас. Мы поедем на конях утром ранним. А днюху может запилит. Ну да, хороший. Ребята, обмен между игроками есть в мире? Нет. Тупо и нет. Самое забавное, что нет его. Вообще. Причем раньше, кстати, корейцы нашли выход и убивали осликов с товаром, но теперь и это прикрыли. Теперь с осликов или с лошадей падает только груза. Вот так вот. Просто нету. В пати качаться, это кто первый подберет. Либо еще как-то. То есть, ну, я... Ну, на самом деле это добавляет какого-то такого, знаешь, необычного. Все привыкли, что можно обменивать, там, голду дать и так далее, и так далее. А здесь нету и... Не, ну это крайний случай, блин. Я вот сказал, что я боялся, что тебе упадут топоры, которые мне нужны будут. Ну я помню, да. И что-то мне, что это, я не знаю, не сможешь мне их передать. И что за дело, как это вообще? Ну с другой стороны. Я бы, не знаю, мог скрафтить лодку и дать тебе лодку, ты бы там возил, к примеру. Ну... Я мог сказать, ты мог мне дать, не знаю, свою шмотку, я мог ее загрейдить и отдать тебе уже грейженную шмотку. И что, я не могу это сделать? Не, возможно, смотри, через банк будет. Через банк в гильдии, возможно, будет. Почему-то вот мне сейчас пришло такое в голову. Что это будет, как банк работать... В гильдии он единственный, там из него будут выплачиваться только зарплата, либо расходы на гильдийские построения. Именно построения, там и банки можно покупать. И на гильдийские расходы. То есть ими смогут использовать только эти... Ну, видимо, они точно не знают, как это будет использоваться, я даже не представляю. Надо гильдии еще 300 тысяч надо насобирать. Ой, да это буквально пару дней. Это не буквально пару дней, это не часов 6. Ну, часов 6 даже. Так что вот так вот. Если не заниматься торговлей и крафтом вообще, будет ли снижена эффективность прокачки и процесса одевания? Что торговля и крафт могут дать в перспективе на хай-левеле? Харт, ну давай ты ответишь. Вот, честно говоря, вот этот вопрос меня очень сильно гложет. По факту, исходя из опыта большого количества ММО, high level раскрывает больший потенциал возможностей. Но с другой стороны, если тут ты не будешь прокачивать профессию, то ты в какой-то момент все равно столкнешься с тем, что ты будешь бегать по лоу-локациям, и, ну или не по лоу-локациям, просто будешь бегать и добывать ресурсы с простых первых уровней, не хороших. Или в меньшем количестве ты будешь их добывать. Тем самым твои, как сказать, возможности твои немного упадут. Но с другой стороны, если ты потратишь большое количество времени на крафт, тебя очень сильно опередят. Но опять же, тут сталкиваются с вопросом то, что для того, чтобы взять 51 уровень, тебе надо уже будет потратить достаточно большое количество времени на уровень по сравнению с остальными 50 уровнями. То есть почти столько же времени. То есть 2-3 дня придется потратить на взятие 51 только уровня. И ставится вопрос по поводу сомнительности. Особенно на русских серверах, когда наши люди не будут чураться тебя запкашить. Особенно, если ты мешаешь на споте. То, что ты потратишь, будешь терять свои 10% достаточно чаще, чем корейцы на корейских серверах. Тут очень много зависит от того, как будет у нас PvP идти. Если PvP будет слишком серьезное, и, как сказать, замесы будут
сливаться целые уровни, недокачанные, то тогда да. Есть смысл как бы не торопясь качаться, собирать денежки, чтобы выйти к 50 уровню, не, как сказать, не с голой задницей, а уже в достаточно хорошем шмоте, заточенном, проточенном и загрейженном. Именно. Надо, то есть либо вы в ряду первых самых, которые апнули и начали развиваться, либо вы в ряду тех, кто идет неторопливо. По-моему, вот так вот. Это, на мой взгляд, самое лучшее. Но, честно говоря, больше для нас это покажет именно... Российская. Именно ЗБТ корейская. Корейская, российская. Там мы посмотрим. То есть именно на ЗБТ российская мы уже посмотрим, как это будет действовать. Пока, честно говоря, я вот толку не думал об этом. Я вот не смог прийти к определенному своему решению. Так. А тем временем, ребят, мы довезли товар. Сейчас мы... Так я по торговцу в любом случае придется 50 апать, потому что за торговлю идет шмот. Опыт. Я, к примеру, сейчас я на 40-41 уровне за перевозки одной телеги с 14 товарами, а я где-то за час перевожу их порядка 10 штук. То есть я получаю где-то за каждый по 2,5%. Так, ребят. Пока Харт тут говорил, кстати, я все ждал. Сейчас, секунду. Харт, подожди, то я опять сейчас пропадет, и я не успею показать. Уже все хотел. Пока Харт говорил, я все ждал и смотрел. Видите, товар, который я непосредственно скрафтил сам, самостоятельно, да, стоит 690. Когда я приехал, за него была цена 113% наценка, да, 13%. Сейчас она стала 114. Я вот думаю, подождать не подождать, чтобы цены увеличились. Вот, но, по-моему, уже ждать не стоит, потому что он еще и портится при этом. Вот. Поэтому... Ты, кстати, мог бы съездить на другую ферму, не которую до Нижней, куда ты сейчас приехал, а которая вот находится слева. Я посмотрю. Там обычно цены повыше. Думаешь? Блин. Ну вот если не так, это, конечно, печально возвращаться, но, скорее всего, да. Но того стоит, потому что товар хороший. Товар хороший, это стоит сделать. Так, я не буду смотреть. Бука. Так, сейчас, когда там будешь продавать, скажешь, я тебе уступлю слово. Насчет вопроса буки, по поводу одежды для работы, для крафтов и всего остального. Там после, у меня, по крайней мере, после 35 уровня начались появляться достаточно большое количество крафтовых квестов. И после выполнения определенных цепочек по квестам, ну, добычи тех или иных ресурсов или тех или иных доработок, у меня появились квесты на получение, скажем так, сета. К примеру, там собирательство или рудаков, ну, для собирательства или рыбалки. Я, конечно, их еще не получил, но у меня квесты эти уже были. Я просто не стал с ними заморачиваться его. И так список был уже забит по полной программе. То есть, да, там, когда начнешь будешь выполнять квесты, именно крафтовые, которые обозначены киркой, то постепенно с уровнем у тебя будут появляться. Ты был прав. 130% за мой товар. А за остальные цена такая же. Цена такая же. Да, да. И правда почему-то подороже получается. Ну ладно. Так, аукцион. Да, аукцион есть. Агнер. Вот. А на остальные вопросы ответил Хан. Так, ну да, я все продаю. И, пожалуйста, 30 тысяч. Нифига себе, 7 тысяч. Но чистой прибыли там получилось чуть поменьше, конечно, 20 тысяч. Тем не менее. Так. Смотри, ты сейчас, короче, вот поедешь в другой город, если да? Угу. Закупка товара. Ты посмотри, сколько у тебя было на момент закупки, и потом после продажи. И как бы будет ясно число, которое ты получишь чисто за одну перевозку. Так нет, я и так примерно знаю. Ну, то есть я прикидываю по цифрам, которые вижу. То есть там 1000-1500 пока у меня. Ну, не так хорошо. 1000-2000. У тебя сейчас за перевозку ты получил где-то примерно почти 1000. То есть не, больше. У тебя больше. У тебя получается 4 товара по 200. Да. Ну и не считаю твой собственный товар. Да. Про разбойников. А я их даже показать хочу, пока не буду. Давай, я покажу их. Я знаю, где можно на них наткнуться. Блин, телегу жалко, конечно, но ладно. Фиг с ней. Они не убьют. Ну я знаю, что не убьют. Я, кстати, когда вкладывал третью часть гайда своего, я упустил один момент как раз таки. Перед тем, как выложить, я вез тележку свою. И, короче, давалась такая картина. То есть я самостоятельно еду, и сбоку, ну, впереди меня получилась такая картина, что человек, который бежал на ослике с товаром, его, короче, разбойники окружили, а он, видимо, на автобеге был.
и полностью его расстреляли. И там такая картина, что чувак падает с ослика, и ослик поднимается на дыбы и падает замертво. Вот такая вот фигнистика. Вот так вот. Забавная история из разряда ничего забавного. Удачной игры, с Новым годом, Рождеством и наступающим. Спасибо большое. И да, тебя спасибо, тоже. Спасибо. Приходи еще, если уходишь. Если не уходишь, давай. Продолжай. Еще вопросы придумывай. Именно так. Так, а про разбойники. Ну ладно, что в принципе, это не такой уж секрет, да ничего там особенного нет. Короче, на карте есть вот такие вот значочки, да? Вот такие значочки, но я покажу на конкретном примере, например, вот здесь. Вот здесь. А, как-то раз я тоже что-то смотрел фильм. Думаю, еду с товаром вот из этого города, вот в этот город. По прямой на автобеге. Вот. По автобегу мне маршрут прокладывался вот здесь. Через эту точку. А на таких местах стоят разбойники в небольшом количестве, которые нападают на твою тележку. И бьют ее очень больно. А пока ты едешь на тележке, ты не можешь ни ударять, ничего, ни и так далее. И вот смотрите разницу по скорости. Сейчас я не управляю, сейчас просто это автобег автоматически. То есть вот с такой скоростью мы передвигаемся. И вот я нажимаю на ускориться самостоятельно. Ну то есть разница где-то 30, по-моему, процентов. Может, ну не 30, наверное, 20, да, 15. Есть разница, хард? Ну ладно, не суть важно. Вот. То есть когда ускоряешься, едешь быстрее. Когда сам управляешь, едешь быстрее. Когда на автобеге, нет, ну логично, понятно. Можно еще ускориться. Вот. Так вот, если ты натыкаешься на этих разбойников, когда ты далеко где-нибудь там на кухне, не знаю, завариваешь себе какаушку и чистишь мандаринки перед Новым годом, вот, тебя могут просто, да, убить, разбить твою тележку, убить твоего ослика, весь товар пропадет, ты умрешь. Вот. Например, вот так вот. Это не игроки, это NPC, которые находятся вот на таких маршрутах. Своего рода тоже опасения. Опасаться их стоит. Но не так, чтобы прям очень. Вот. Так что вот как-то так вот. С паком вообще. Да. Бегать разбойник. Да, можно под ускорением. Но на тележке оно как-то не очень выглядит, на самом деле. Вот я вроде как ускорился, но не очень сильно ускорился. Ну да ладно. Я их пробовал убивать только толку ноль. Ну да. Толку от этого не особо много. Вот еще основная одна особенность. Чтобы торговать с торговцем, надо подвести телегу чуть ли не вплотную к нему. Вот. Но вы видите, что...